Алло, Лёх, слушай, тут, короче, половина народа вообще растерялась, я всех собираю. Вы где сейчас остановились? Мы сейчас у Дома культуры юность в Заволжском. То есть вы полностью Заволжский проезжаете до самого конца в сторону Питера, да? Нет, да, ключа от мы, Ростова. Короче говоря, вот мы трассу видим, тут 150 метров, вот Дома культуры. Дома культуры, окей, сейчас мы тогда подъедем. Просто тут еще Женя Ильич, это Гальчинская, Кирилл, они вообще в Черногубу укатили. Я знаю, что они это самое, они не с нами. Они сказали с нами, они нас ищут, тут мне звонят. Ага, вот оно что. Ну ладно, хорошо, так, короче, ждем вас. Давайте, тут вот нас 4 человека. Сейчас мы приедем. Давай, давай, ага. Ждем. Ага. Где-то там. Ну, последний. Нет. Замыкающий хер машину. Я не знаю, где он. Я вас просто ждал, чтобы это. Я просто кое-кто отстал. Вообще все подумало. Нет, там не Андрей, там что это? Чинский, серьезно. Вот они обратно, нет, они не звонят, где у них? Уходил.
сзади на автостойке. А я всех ждал, а то они там все заблудились. Там цепь слетела. Они мне звонят, ну, Чернокову куда поворачивать. Вот, а куда они с ним? Все равно обратно решился. Что, ждать их будем или что? Алло, Кирилл, ну что, вас ждать, не ждать, вы едете, не едете, и где вы есть? Ну вы Добрянцева доехали? Добрянцева. То есть вы по лесу сейчас едете, да? Я понял, ну я просто потому, что вас ждать или не ждать, потому что мы уже за Волжский проехали весь. Дать тебе Леху. Лех, будешь разговаривать? Будешь разговаривать? Давай. Ребята, сейчас. Сейчас дам. Понятно. Ну так что вы тут? Давай. Пошла мороженое купил. Привет, Женя. А, слушай, а ты можешь? Там закрыто, да? Чем вот могли? Вы сейчас где? Начнем с этого. Они в лесу. Между Черногов и Брянцев. Вы въезжаете в Сокулин, то есть вот вы едете. Вам надо было в Сокулино повернуть направо, у коричневого забора. Да, у коричневого рифленого забора, точно направо. Когда вы возвращались из Черногова, вам нужно было свернуть направо у коричневого забора. То есть, если вы сейчас обратно поедете, вы сворачиваете налево у забора, да. Ух, мы шлем. Нет. Вот вы сейчас едете, вот у вас, смотри, вот у вас хэппи-ленд заканчивается, и дорога за хэппи-лендом уходит налево, и сразу начинается Сокулино. И вот буквально там метров 100 проехать, у забора будет левый поворот, грунтовый. Вам надо тут... Ну, типа того. Да, так здесь вот там свиноферма, вот. Там в том году несколько тысяч свиней захоронили. Ну, вообще, да, я просто не знаю, вы как вообще, может быть, вам есть смысл с Кирюхой, нет, домой тогда вернуться или как хотите, потому что вы от нас так минуток примерно в 10-12 езды. Да ну ты скажешь, что полчаса и минимум. Ну так что решаем? Вот это вот в этом месте сидит. Ну давайте, тогда ждем вас. Че они? Домой? Никто с нами. Просто никто из них дорогу не знает вообще. Никто из них дорогу не знает, да вы завтра не успеете скрываться. Нет, они-то вообще хотят туда, да, вот, до мостика, до мостика, до кладбища. Хотят до 10. Я не знаю, куда они.
Вы же докладываете, да, там мостик через тьму. Поворот на большой барке. Слушай. Может, надо расселяться сейчас? Вы же все равно в город собираетесь, правильно? Да, только вот я не знаю. Давай тоже разделяться. Я сейчас веду вас стабильным вот на полтос. А они поедут на полтос? А, ну они с нами. Они поедут уже 25. Ну, в смысле, они поедут малый. Так, народ, у нас небольшие изменения в планах. Поедем, пожалуйста, сюда. Я вообще 60. Нет, до парков 70 всего получается. Так, ребят, кто собирался ехать в малый, потому что нужно в город, руки поднимаем. Вот, значит так, смотрите, ребят. Вы сейчас остаетесь с Иваном, дожидаетесь двух человек, это буквально минут 20 примерно, и едете маршрутом. А Саша, ты, Ваня его знает, да, Ваня? Он мне только как отсюда чертал добраться, по трассе. Короче говоря, вот там, понятно, справа, как бы, условно говоря, знаете, будет сюда замыкать. Значит, на ту сторону, и почти сразу начинается грунтовая, хорошая грунтовая дорога вовнутрь. Вот, вы звоните. То есть, вот вы до пешеходного перехода переходите, получается, дом Маленчика по той стороне, в сторону Питера, и будет слева, влево, то есть хорошая грунтовая дорога. Не просто дорога, хорошая дорога. Вот по ней, в конце она будет вонять. Вот, по ней будет играть разнообразный перекресток и уходите налево, а мы, соответственно, уходим на нее. До Веродина вы уезжаете? Нет, вы оттуда, с этого перекрестка налево, вы идете, попадаете на асфальтную дорогу Дмитрово-Черкасск. У вас справа, получается, вот вы уперлись в асфальт. У вас справа Дмитрово, сам поселок. Может быть, они уже придут, сейчас, секунду. Да, Кирилл? Как быстрее уехать, можно? Там, мне кажется, ну, смотри, если вы представляете, где железная дорога от вас сейчас, в какой стороне, Москва-Питер? Вот вам надо до нее доехать и перейти через переезд. Кто вам сказал? Нет, мы такие рядом. Алло. Такие беспалево. Где эти? Макулин и всех. Ну там хипки всякие. Вам надо переехать через железную дорогу на другую сторону железной дороги. Перейти, не переехать, перейти. А то они сейчас всего доброго опять на мост махнут. Не знаю, где. Алло. Лосось сам объясняет. Погоди секундочку, смотри. Вы сейчас едете из города, так? Так. Вот, Сокулина. Вот, у вас асфальтовая дорога за Хэппилендом повернула налево. Вы повернули по ней и началось Сокулина, так? Нет, у него уже другое. Он там что-то выписывает, каждый поклон. Система смотрит. Полтыки. Пиздец, это вообще. А если бы тебя колесо отвозили? Жень, ты меня убиваешь. Я еще раз тебе повторяю. Если вы едете из города, вот у вас справа остался Хэппилэнд. Вы повернули по асфальтовой дороге на 90 градусов влево. И сразу началось Сокулино. Буквально через 50 метров от знака начинается Сокулино со стороны города. У вас левый поворот у забора. Жень. Короче, давай так сделаем. Давай этот мы выезд оставим до следующего вторника или там до какого-нибудь следующего раза. Или я тебя в выходные свожу. Просто сейчас на самом деле я тебе не смогу объяснить, потому что я не понимаю, почему ты меня не понимаешь. Давайте тогда аккуратнее на дорогах там, доезжайте по домам, а мы тогда продолжим дальше. Давай. Как ей, блин, объяснить, елки-палки? Тут, говорит, два знака. Одна закрывай Сокулину, другой закрывай, открывай Сокулину. Блин, где они? Она смотрит с одной стороны, ну да. С другой стороны. Все, блин, поехали. Значит, да, поехали, едем все вместе до развилки. А, так, ребят, самое главное. Значит, так. Сейчас доходим, доезжаем до пешеходного перехода. Я беру пешую переход. Извините. Ладно, помню.